Добрые дела на благо города и его жителей. В городской администрации подвели итоги конкурса «Общественное признание 2013». Человек года, настоящий хозяин, беспокойные сердца – это только часть номинаций конкурса «Общественное признание 2013». Основной критерий – проект должен быть полезным для столицы, республики и горожан. Вот уже пятый год подряд в рамках проведения Дня города Чебоксары активные горожане, предприятия и организации принимают участие в этом мероприятии. В золотом фонде конкурса за 4 года почти 300 имен победителей и лауреатов. В этом году он пополнился. Человеком года стал майор полиции Сергей Иванов. В июне этого года ему удалось предотвратить ужасные последствия ДТП с перевернувшимся бензовозом на трассе М7 около поселка Новые Лапсары. Среди победителей других номинаций и предприятия республики, и председатель ТСЖ, и педагог детского сада. И не важно, что кто-то побеждает, а кто-то просто остается в ряду участников. Все неравнодушные продолжают вкладывать силы в развитие своего города. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.